можно уже сейчас за 3 года подводить какие-то первые итоги и поздравить канал с тем, что его слушают, тем, что ждут встречи с ним, и тем, что на него надеются, на информацию, на сюжеты, которые передает им телеканал «Донбасс». Я поздравляю вас и желаю вам успеха. Я хочу пожелать, чтобы я мог вас поздравить и с 30-летием. Вот. И, конечно, пожелать интересных программ, потому что по мере того, что будет цифровое телевидение, будет все равно первая кнопка, 15-я кнопка или 50-я. Важен будет тот продукт, который вы будете производить.